Сегодня в обед во дворе дома номер 10 на проспекте маршала Жукова рухнул многолетний тополь. Дерево упало прямо на площадку, где жители парковали свои авто. В результате пострадали сразу 4 иномарки. Одна из них, внедорожник Сузуки, получила серьезные повреждения кузова. Ветки буквально вмяли крышу авто и двери. Местные жители говорят, что дерево рано или поздно должно было рухнуть. Ветка с этого дерева упала. Но благодаря, что машины не стояли. Вот с этого именно дерева, там упало. Первого, и там упало вон дальше за этим. Да, осенью. Ну, падают, что падают. Видишь, эти тополя, они нестойкие. Набирается крона этой влаги, и оно чуть-чуть пошатается, а в ней древесина слабая. Мы здесь уже живем 40 лет, в этом доме, в 14-м. Я не помню, может, раз в жизни когда-то два их пилили. Вот у нас в этом самом, в палисаднике деревья аварийные. Мы уже ходили об этом, просили. Никто не реагирует. Также дерево зацепило провода уличного освещения, но работники ЖЭКа их оперативно изолировали. К счастью, пострадавших нет. Теперь владельцам авто предстоит решить вопрос компенсации со страховыми компаниями.